как лохматился, это уже чужой пришел туда. Напыжился. Такой лохматый. О, не все. Сейчас получу люлей. Звереют, понимаешь? У меня жена, говорит, я в деревне была, так эти индюки, мы их обходили. Как вот, в школу идем. У меня отец куриц разводит. Я вот думаю, может ему такого подарить. Кому? Отцу. Дальше, блядь, обходили мы, говорит. У нас все колготки, все подрали. Они как ёбну, танку, блядь. У него как мышонка под этим. Да, вот это. Посмотри, что творят, а. Они не дерутся между собой-то? Дерутся, ой, еще и как. Вот это бы я поснимал, конечно. Они там нам, блядь, вот, буквально. Думаю, что вам надо так? Вот они, блядь, берут на друга. Прям. А что хромает-то этот он? А? Хромает белый. Один, да. И тот хромает. Они уже подрались. Да ничего. До этого еще плохо ходили. Два. А потом нормально стали ходить. Они яйца-то несут? Видал тебя, увидали, а? Яйца-то несут они? Я не знаю, я даже не боюсь. Яйца, какие яйца? Здоровые, наверное, как у страуса. Не, уходи от меня. Страусы же жены. Ну, все равно большие. Страусы большие, да. Ну, такая морда синяя. Чахоточная. Так, надо мне двигать отсюда. Слева к тебе крадет. Да, подбираются. Один крадется слева тебе. Обходят они, меня окружают со всех сторон. Просто так не выпустят. Так, все, надо линять. А ты хоть где-нибудь видал таких вот? Не, вблизи ни разу. Да давно, я и сам так давно не видел. Недавно только они появились. Галя, говорит, у меня жена в деревне, в Калининской области, там вообще надо... Так, все, кыш! Отбегали их на котах, нахуй, потому что они, как сказали, как дадут. Ай-яй-яй-яй! Сейчас перестану смотреть. Ай-яй-яй-яй! Коля, едь, хозяин! Саня! Здравствуйте! Корреспондент! Веселые птички у вас! А я говорю, ты что называешь? Он с индюком бы снял. Садись на мотоцикл! Здорово!